Это уже у нас 14-я школа эндокринологии. Мы только что рассматривали, соответственно, с организаторами о том, что ближайшие наши школы, какую тематику выбрать. Я думаю, что на сей раз вам понравится. Мы добавили тематику. Вы видите здесь фамилию Гагика Галстяна, то есть вместе с Удовиченко и так далее. Вы программы видели, будет и диабетическая стопа. В ближайшее время мы планируем, что мы введем, естественно, понятие беременность при эндокринных заболеваниях, в том числе и диабет, и тироидные патологии и другие и тому подобное, для того, чтобы расширить, как говорится, вот эту тематику. Вы прекрасно понимаете, что сегодня эндокринные заболевания чрезвычайно распространены и в структуре в принципе, смертности, если посмотреть, то сегодня эндокринная патология и в частности сахарный диабет, естественно, занимают очень серьезные позиции. Именно эта причина, что мы чаще всего обращаемся именно к сахарному диабету в этом плане, что и сегодня тоже, естественно, предусмотрено в этом отношении. Таким образом, значит, по программе стоит мой первый доклад. И первый доклад, будьте любезны, включите. И первый доклад, он посвящен, значит, синдрому гипогликемии. Естественно, его видите роль гипогликемии в развитии макро- и микрососудистых осложнений. Я сейчас не вижу здесь, соответственно, вот. А, вот оно где. Пожалуйста. Спасибо. Хорошо. Да. Итак, смотрите гипогликемические состояния. Мы не так часто обращаемся к этой теме в лекционных материалах и так далее. Но вот я бы хотел сегодня представить эту очень сложный, в общем-то, раздел в развитии макро- и микрососудистых осложнений у пациентов сахарного диабета. Но вначале, конечно, разговор будет идти в целом о гипогликемии. Действительно ли нам все понятно в этом состоянии? Дело в том, что если остановимся на определении гипогликемии, то сразу возникает следующий вопрос. Определения являются переменными и поэтому, кстати, это усложняет как изучение, так и отслеживание гипогликемических состояний. Я вам должен сказать, что очень часто разнятся в международных клинических исследованиях, которые вызывают, кстати, очень серьезные нарекания. Иногда даже FDA отказывает в регистрации, потому что они воспринимают гипогликемию вот такой уровень. А вот, например, какая-то организация, например, или э, исследование совершенно другой уровень воспринимали. Вот о чем этот разговор, почему я хотел это внести далее. Вместо того, чтобы относиться к определенной концентрации глюкозы в крови, для всех людей, да, гипогликемию пациентов с диабетом может быть определена несколько иначе, как ненормально низкая концентрация глюкозы в плазме. И мы увидим, что действительно, а 4 миллимол-литр для диабетика – это гипогликемия или норма? 3,6 – это гипогликемия или норма? для здорового человека это норма. Вот о чем разговор. Поэтому э, потенциальный или, или, например, там, скажем, фактический вред мы должны учитывать, когда непосредственно у диабетика уровень гликемии мы оцениваем, например. Вот о чем разговор. Поэтому вот эти два показать явление, которое, я вам говорю, что это переменные, и что, в общем-то, нормальную концентрацию мы не можем сегодня четко сказать у диабетика. Это норма, это гипогликемия или не гипогликемия. А вот Американская диабетологическая ассоциация, как они оценивают, скажем, гипогликемию. И вы видите, они говорят, что это состояние характеризуемое, первое, нейрогликопеническими или нейрогенными симптомами. То есть они нам уже дают клинику, какая должна быть, правильно, низкой концентрации глюкозы в плазме крови. Они, конечно, не выделяют, что это за цифра, которую надо назвать низкой. Но вот низкой, которая привело вот к этим, значит, клиническим состояниям. Облегчением симптомов после приема углеводов. Потому что клинические признаки такие могут быть и при других заболеваниях, и тот же судорожный синдром, и при эпилепсии, lip Но попробуйте там ввести глюкозу или углеводы, вы не выведете из этого состояния. Вот что они подчеркивают: облегчение симптомов после приема углеводов. Далее, гипогликемия они говорят, имеет место во всех эпизодах аномально низкой концентрации глюкозы в крови, которая представляет потенциальный вред, естественно, для пациента любого. Наконец, при гипогликемии на фоне терапии с секретагогами это сульфанил-мочевинные препараты, например, да, глиниды и так далее, или инсулином, тревожным сигналом является концентрация гликемии меньше, чем 3,9. Мы потом увидим, что есть исследования, которые не эту цифру признают, а совершенно другую, более высокую и так далее в этом отношении. Но они вот зациклены на 70 и ниже миллиграммах на децилитр. Надо сказать, что гипогликемия действительно сегодня представляет серьезную угрозу. Сахарный диабет, то есть гипергликемия, известна человечеству тысячелетия. По крайней мере, есть документ под названием «Папирус Эберса», где половиной тысячи лет тому назад хорошо весьма описана вся клиническая картина и признаки сахарного мочеизнурения. Да, они в крови сахар не могли определить в те времена и так далее. Но они гипергликемию, то сегодня, как мы понимаем, описывали. А гипогликемия ятрогенная, врачом вызванная или лекарством вызванная. Это 20 век. Это 1922 год, когда впервые появляется сахароснижающее средство. И это был инсулин, вы помните. И человечество столкнулось тогда с этим явлением. А на сегодня мы говорим о том, что, вы обратите внимание, 12% госпитализации у пожилых пациентов с диабетом второго типа – это именно тяжелая гипогликемия. Это каждый пятый пациент. И не обязательно, что они определяли и оценивали уровень гликемии перед госпитализацией ничего подобного потому что клинические проявления у пожилых людей они могут быть абсолютно стертыми и не соответствующими вот этой признанным признаком гипогликемии, которые в классике мы видим, правильно? Они иногда теряют. Вот вы видите, тяжелые гипогликемия. Около 20%, 17%. А дальше вы видите, что это более часто, чем острые сердечно-сосудистые осложнения. Хотя сегодня мы говорим, что диабет второго типа – эквивалент кардиоваскулярного заболевания. Но вот вам, пожалуйста, гипогликемические состояния. И вот эти госпитализации пожилых пациентов, с гипогликемией это всего лишь верхушка айсберга потому что посмотрите эти цифры включают только самые серьезные события и я вам должен сказать, что они действительно недооценивают ежедневную гипогликемию, недооценивают события, как говорится, инсулина, которые, в общем-то, могли произойти у этого пациента. Гипогликемия. Невозможно распознать и озвучить, когда до 4,5 ммол литр, например, в этом плане. Да, действительно, бессимптомно, но вы видите цифры, это не 3,9, не 70 мг на децилитр, а 80 мг на децилитр далее когда же можно распознать и озвучить снижение вот та цифра которую ада дает 70 миллиграмм на децилитр да то есть это Точно 3,9%, ну, то есть почти 4 миллимоль литр. При беременности еще ниже: 60 миллиграмм на децилитр уже будем считать, когда это 3,3 миллимоль в этом, литр в этом плане. И менее 10% показаний ниже целевого значения в любое время суток, которое определяется у этих пациентов в этом плане. Ну и наконец, вот эти серьезные снижения могут быть, могут и не быть гипогликемии таким образом мы подошли к тому, что, как я с чего и начал, совершенно разнообразное определение. Уровень глюкозы плазмы меньше 3,9 ммол. Порог в клинических исследованиях, я вам начинал, что очень часто возникают буквально конфликтные ситуации. Смотрите, от 3 до 3,9 и так далее. Есть как для классификации, которые говорят, что асимптоматические, например, симптоматические гипогликемические состояния в этом плане. И я вам скажу, что то, что сегодня огромное количество пациентов мы не можем довести до целевых показателей гликированного гемоглобина, по сути, это самый большой барьер гипогликемии в достижении целевых показателей. Вот почему интенсификацию не проводят, скажем, врачи с э э сахароснижающей терапии в этом плане. То есть гипогликемии мешают достичь этим поставленным целям. Вот классификация гипогликемии. Например, по Американской диапатологической ассоциации не в цифровых значениях, да, а в клинических проявлениях. И вы видите, это клиническая такая классификация: тяжелая гипогликемия, подтвержденная симптоматическая гипогликемия, асимптоматическая гипогликемия, возможная симптоматическая гипогликемия. Замечаете, какой-то признак, за который можно зацепиться. Относительная гипогликемия. Относительно, действительно, вы прекрасно понимаете, что может быть признаки гипогликемии на показателе гликемии 10 миллимон литр. Как? А так, 28-30 и сразу, как говорится, агрессивное снижение гликемии и вдруг на 10-11 пациент дает типичную картину. Относительная гипогликемия. Следует сказать, что вот эти, если мы сейчас рассмотрим, а что это, какие ситуации, то мы видим легкая, адренергическая такая, да, это как раз та ситуация, когда на таком уже показателе меньше 4 литр, тут же симпатоадреналовая система реагирует, и, конечно же, катехоламины, адреналин, контринсулярный гормон, это очень быстрое выведение, естественно, глюкозы из тех запасов, которые в виде гликогена Естественно, есть для того, чтобы снять его. умеренная В это время уже посмотрите, какие изменения когнитивные нарушают. Да, какой-то растерянность у пациента возникает и так далее в пространстве, во времени в этом отношении, когда это уже меньше 3,0 миллимоль литр. Тяжелое, без сознания. Глюкоза, ну как мы можем сказать, какая цифра? Кто-то в кому впал, как говорится, при 15 миллимолитрах, а кто-то, как говорится, в 32 и так далее, а до 30 был в сознании. То есть вот вам, пожалуйста, какие могут быть, такая тяжелая. Вот оно, четкая, как говорится, классификация по клини... клиническая по, значит, тем симптомам, которые мы имеем. Таким образом, я несколько слайдов хотел вам демонстрировать, какой большой ограничительный, ограничивающий фактор гипогликемия. Это ухудшение деятельности, физическая активность, работоспособность, это значительное снижение. Это, естественно, риск несчастного случая. Если, естественно, соответственно, например, за штурвалом летчик в данном случае или за рулем водитель, или, например, никогда не забываю тот случай, много много лет тому назад, это прошли годы уже, в советские времена было, когда в типографии, в цехе, где они уже вот эти листы распечатанные, когда на одном листе 10 страниц данной книги, они гильотина, которая спускается и режет, и так далее. Там подает буквально соответственно сотрудник, и так далее. И так свои обе кисти в гилье, под гильотиной вот в этой гипогликемии, которая возникла, и так далее. Это риск несчастного случая, это нельзя сказать, что редкие уникальные состояния. Большой ограничивающий фактор, потому что у пациента возникает беспокойство, смущение в этом плане. Он совершенно неадекватно поведение такого человека. Длительный ущерб может быть, когда действительно пространственная память снижается, производительность, например, скажем, и так далее снижается, особенно когда еще в дет, с детского возраста это гипогликемия то это уже серьезные органические отклонения. Дальше большой ограничивающий фактор ⁇ ожирение. Ожирение ⁇ набор веса, потому что такой пациент, который испытал гипогликемию и прекрасно знает, что в это время прием углеводов немедленно может снять в этом плане, уже однажды в полдень, если почувствовал, каждый день, полдень начинает переедать начинают переедать. Вот такая психология. И, пожалуйста, набор веса, соответственно, а при втором типе особенно, сами понимаете, это, естественно, усугубление инсулинорезистентности, правильно, в этом отношении. Вот вы посмотрите в качестве, например, гипогликемии, качество жизни. Это серьезные последствия. И не только, кстати, это касательно для пациента, но и для нас с вами, для врачей, краткосрочные последствия. Это, конечно, симптоматика неприятная симптоматика потенциально опасные ситуации, которые только что я вам показал, могут возникнуть следующие долгосрочные, например, последствия, то о чем опять я вам сказал, это страхи страхи гипогликемии, поэтому на качество жизни это серьезно отражаются. Эти люди постоянно, как говорится, в страхе на часы. В это время у меня возникает гипогликемия, и поэтому пациенты, которые, например, подвержены гипогликемии, конечно, у них даже Могут быть и панические атаки, и они начинают бесконечно исп... от... проверять сахар в течение дня и так далее, особенно ближе к этому часу, когда однажды у них возникло во избежание гипогликемии переедают, естественно, в этом плане. Далее, вот эта клиническая инертность то есть приверженность пациента к своей терапии, которая назначена, резко снижается, либо они, как говорится, прекращают вот прием и так далее, этих лекарственных препаратов и тому подобное. Либо они отказываются от интенсификации, которую доктор, например, назначил для того, чтобы добиться целевых, скажем, результатов и так далее. Последствия гипогликемии ужасные. То, что вы видите здесь, начиная, как говорится, от стоимости вот этих госпитализаций, 20%, я вам сказал, это госпитализации, комы, смерть и так далее, повышенный риск аварий, судороги. Но вы обратите внимание, я выделил вам красным, это последствия гипогликемии, в том числе сосудистые осложнения. Это и макро, и микрососудистые осложнения. Смотрите, у пациентов с диабетом второго типа обратимся именно к этому типу. 90% в структуре диабета это второй тип. Это он придает такой характер эпидемии, значит, скажем, неинфекционной болезни. И вы обратите внимание, когда они чаще всего бывают? Когда инсулинотерапия, когда препараты сульфанил-мочевины то, что чаще всего применяются в этом плане. Тяжелую гипогликемию клинически казалось бы легко распознать в этом плане. Но бывает гипогликемии легкой средней степени которые могут оставаться бессимптомными у пожилых людей поэтому я всегда говорил и в прессе об этом тоже говорится и так далее любое событие которое возникает у больного с сахарным диабетом второго типа если они находящимся на антидиабетической терапии причем секретогены или инсулин независимо от того, какова клиника вот этого нежелательного состояния. Если не было определено в это время гликемия, следует считать гипогликемией. Следует считать гипогликемией в этом плане. Гипогликемия, даже когда она бессимптомная. Это представляет серьезный колоссальный риск. Мы потом увидим, чем, каким плачевным исходом это может оказаться и так далее. И определенные, связанные с гипогликемией значения, например, да, явления значительно в большей степени распространены именно среди пожилых людей. И никогда пожилой человек, это исключительно редкость, когда вам скажут, вы знаете, вот у меня тахикардия, потливость, тремор там и так далее, что-то со мной, как будто гипо. Нет. Нет. За грудинные боли сразу вот вам адреэнергическая реакция, скажем, и так далее, казалось бы, на 4 миллимоль литр. И это вы понимаете, что вазопрессоры, катехоламины. Вот вам, пожалуйста, или что-то с головой, спазм сосудов головного мозга, на этом фоне и так далее. Что-то там в висках стучит, что-то там и так далее. То есть абсолютно может быть симптоматика разнообразной при этом состоянии. Было такое очень интересное исследование среди кстати молодых мужчин без диабета. Вы обратите внимание, что изучали? Вот обратите, синего цвета это пожилые мужчины без диабета, а молодые мужчины, молодые, вот оранжевого цвета и так далее. Глюкоза плазмы и, соответственно, изменение общего балла шкалы вот этих гипогликемических состояний. Вот обратите внимание, молодые мужчины, вот здесь внизу, ну это экран такой, что вы видите, я не могу демонстрировать тогда, и вот обратите внимание. Вот в этом отрезке да, инфузия глюкозы постепенное снижение с 5 ммл, да, вот в этом отрезке времени до 2,4 миллимолитров уровень гликемии. Распознавание. Вопрос стоит в том, молодые мужчины без диабета... Пожилые мужчины с диабетом. И вы обратите внимание, вот баллы, как они нарастают, вы видите молодые. Они распознали эту гипогликемию. А теперь обратите внимание, пожилые. И вы видите, насколько ниже статистически достоверно. То есть гипогликемические состояния в пожилом возрасте, естественно, значительно хуже воспринимаются. И эти бессимптомные гипогликемии, к сожалению, так и получается, что они проходят незамеченными. Вот обратите внимание, это были когорты пациентов, диабет первого типа, вы здесь видите, диабет второго типа и так далее. И здесь проценты, которые здесь, соответственно, вам выставлены, что это за проценты? Это пациенты с одним и более нераспознанными гипогликемическими явлениями. И, конечно, можно ужаснуться, потому что что значит все пациенты с диабетом, первый второй тип вместе анализ статистически, более половины. 55,7. А когда вы посмотрите, вы берете, оказывается, даже при первом типе 62% могут нераспознанными быть эти гипогликемические состояния в этом плане. Я вам скажу, что это таким образом, да, такие исследования были проведены, вы здесь внизу видите, и, кстати, Дабит публиковал эти результаты, но есть и другие исследователи, которые тоже сообщают совершенно похожие результаты. Ну, а вот мы дошли к этому исследованию очень интересному. Когда говорим мы, значит, относительная гипогликемия, ну, вы поймите, гликемия натощак, например, или в разное время суток, скажем, и так далее, от 3,33. Это норма. Но для кого? Для здоровых людей. А вы обратите внимание, изучали риск смертности человека через 30 дней, например, да? Это... Пациенты, которые в анамнезе имели инфаркт миокарда, соответственно. И вот смотрите, взаимосвязь между уровнем гликемии и смертностью. Вы не потрясены? Вы обратите внимание, меньше 4,5 смертность, больше чем 11 миллимоллитр смертность. Вы не потрясены? Что оказывается больше 11 миллимоль литр это значительно меньший риск смерти пациента, чем когда меньше 4,5 миллимоль литр. Вот о чем разговор, что эти относительные, незамеченные порою гипогликемии крайне опасны в этом отношении у пациентов. Какие механизмы, которые могут привести, например, к летальному исходу? И вы здесь на первом месте видите, что это аритмогенная смерть. Аритмогенная смерть на фоне нарушения процессов реполяризации реполяризации, соответственно, да? кардиомиоцитов. Вот о чем вопрос. Или тогда ишемическая болезнь сердца, которая очень часто у них. Или, например, автономная нейропатия. Ведь почему часто незамеченные проходят, например, вот эти кардиологические проявления, признаки? Денервированное сердце. Вот в чем дело у этих пациентов. Далее, вы обратите внимание, мы прекрасно знаем, что у этих пациентов оказывается очень серьезное отклонение и нарушение со стороны эндотелиальной функции. Эндотели, который высвобождает, соответственно, факторы, регулирующие пристеночный фибринолиз. Понимаете? Тканевой активатор плазминогена 1, например. И вот это снижение продукции тканевого, скажем, вот активатора плазминогена-1, и наоборот, его ингибитор в большей степени, и, конечно, уменьшение тромболизиса. И, соответственно, тромбогенность тогда крови резко повышается. Вот вам причина тоже, которая действительно может привести к летальному исходу. Ну и, конечно, смотрите, эффекты катехоламинов. Я вам сказал, что действительно адренер, адреналовая система очень чутко влияет, относится к колебаниям уровня гликемии в этом плане. И вы видите, это же мощнейшие вазопрессоры, поэтому и ишемия безболевая поскольку денервированное сердце кардиально-автономная нейропатия, стенокардия на этом фоне естественно инфаркт миокарда это серьезные вещи осложнение эффекта тяжелой гипогликемии таким образом вы здесь видите значит да какая как нарушение вот этой реполяризации удлиненная реполяризация куте, например скажем вот корректированный и так далее q и внезапно Смерть. Внезапная смерть у больного с сахарным диабетом, как правило, в подавляющем большинстве случаев связана с естественно, гипогликемическими состояниями. И прогрессирующая нейрогликопения, правильно, в этом отношении, которая у этих пациентов, естественно, фигурирует. Какие, значит, например, вот боли в груди, скажем, и так далее, в процентном отношении, если вы посмотрите, то, конечно, гипогликемия все равно является доминирующей в этом отношении. Ишемия тканей, соответственно, также на фоне гипогликемии, и, естественно, естественно, вот эти изменения на ЭКГ, на фоне гипогликемии. Вот например, на гипергликемии, да, и вот посмотрите изменения на гипогликемии, скажем, которые чрезвычайно важны и тому подобное. Интервал КУТ, о котором я вам сказал, в норме где-то, ну, 410-420 миллисекунд, что мы видим у этих пациентов на фоне гипогликемии почти в полтора раза, до 600 с лишним, как говорится, миллисекунд мы видим удлинение интервала КУТ. И, кстати, являющейся причиной аритмии, соответственно, и возникновения. Вот вам, пожалуйста, смотрите, 5 миллимоль литр. Посмотрите, QT-интервал 456 миллисекунд. Что у нас при 2,5 миллимоль? 610 миллисекунд. Вот вам, пожалуйста, те изменения, которые тут же на ЭКГ проявляются. Поэтому Контроль уровня глюкозы, конечно, это сложный очень вопрос, это мультиорганный процесс, и вы видите, сколько систем вовлекаются для того, чтобы регулировать уровень гликемии. И физиологические вот эти изменения в ответ на гипогликемию, это, естественно, периферические сенсоры, которые тут же дают, смотрите, снижение уровня гликемии и в центральную нервную систему результаты, и, соответственно, вот это этот сложный механизм, который в любом случае компенсаторно организм пытается с помощью вот этой многофакторных возможностей и так далее, различных органов и систем восстановить уровень гликемии. К сожалению, не всегда это удается. Таким образом, значит, завершая, я хотел бы напомнить слова нашего великого клинициста прошлого 18-19 столетия, мудро вам хорошо известный, который говорит о том, что я намерен сообщить вам новую истину, которой многие не поверят, в которую, может быть, не все из вас постигнут, это он тогда говорит, да, врачевание не состоит в лечении болезни, врачевание состоит в лечении самого больного, и поэтому отсюда и современный подход в отношении персонификации, индивидуализации терапии пациента с сахарным диабетом, дабы предотвратить вот эти гипогликемические состояния. Спасибо.